Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, давайте поиграем в игрушку Барон Гейт. Ну что ж, это первый взгляд, если вам игра понравится, мы с вами продолжим играть. Начинаем. Так, жмем старт. Новый игрок. Что-то они что-то решают, смотрите. Какую-то задачу решают. Но похищает дракон нашу принцессу. Королеву уносит, мы в ярости и бежим спасать нашу принцессу. Так, ну понятно примерно. Так, вот я играю с такого лучника. Отлично. Так. А, мне сказали, мне надо сюда прыгнуть, тут сундучок. Отлично. А что конкретно надо нажать? Так. Так, ну сюда я залез, сюда. Какой-то скелетрон. Я могу сам себя, оказывается, убить. Да, можно себя убить. Нужно осторожнее со стрелами. Ух ты, нифига себе. А, вот внизу написано, что надо делать. Странно, почему я не могу взять этот сундук? Глюк какой-то, ладно, пофиг, идем дальше. Так, огонь. А, тут мне надо на рычаг нажать, чтобы дверь открылась. Подожди, а тут я взял, тут я открыл сундук. Честно, почему там не открыл? Тут какие-то башмаки. А как мне взять эти башмаки, интересно? Или нет? Ну-ка, это да, какие-то башмаки. 2% дают мне. А, вот, я подхожу и нажимаю, все понятно. А, башмаки дают хп, отлично. Давайте их наденем. Так-то лучше. Так, прыгаем сюда. Сюда-сюда. Странно, ну ладно, не могу я открыть это. Окей, идем дальше. Если зайти в меню, это, я так понимаю, сколько уровней у нас будет. 20 уровней. Так, тут какие-то умения у нас, видимо, будут открываться. Или достижения, скорее всего, да-да-да, достижения. Так, ладно, все, идем дальше. А, все, его можно было зажечь, понятно. Так, тут проходим дальше. Это мы открывали. Вау-вау, тихо-тихо, полегче. Смотрите, он, кажется, загнил тут, что ли. Стоит сторож, но он мне ничего не делает. Он, видимо, помер. Хотя они и так скелеты. Отлично. Слушай, а мне эта игра нравится. Так, с луком бегаю. Блистательно. Все, я так понимаю, мы прошли. Куда ты бежишь-то? Глючный какой-то. Может, клавиатура у меня такая. А, второй. Второй уровень. О, это наш чувак. А, я могу назад вернуться. В смысле? В смысле третий? Я еще второй не прошел. Что это такое, интересно? Так, где это я? Так, нужно научиться стрелять из лука. Не все монетки, кстати, я могу собрать. Ух ты, мечник. Я-то лучник, он, смотри, мечник. Может, стоит тоже меч взять? Так, ну-ка, кыш. Какое-то зелье взяли. Давайте подберем. Отличненько. Так, что это такое? Тут, я так понимаю, надо залезть нам. Так, сюда, интересно, я допрыгну? Так, что ты будешь делать? По два раза он не прыгает? Ух ты! Это даже не я его убил. Тут какой-то шаман. А, у него стрелы с ядом. Печально, ребята, у него стрелы с ядом были. Так, ну неплохо, мы отбились. Эй, хоры.
меня очень мало процентов здоровья. Мне еще один раз ударят, и все, погиб. А, я опять отсюда начинаю. Контрольная точка, вот, все понятно. Начинаем мы с контрольной точки. А, да, что ты будешь делать? Нифига себе у него урон. Серьезный парень. Так, давайте отсюда, я думаю, добью его. О, стрела в стрелу! Стрела со стрелой встретилась, вы это видели? На лету прям как матрица, елки-палки. Окей, теперь надо будет подобрать... То я не допрыгиваю просто. Нам нужно подобрать... Да что ты будешь делать? Кнопки сами нажимаются. О, ты кто такой? Гоблин какой-то, смотрите. А, вот он, гоблин, который меня убил. Он опять меня убил, да что такое? 110 у меня хп, ботинки мне помогают. А, вот это прошлый я, 32 меня прошлых, которые погибли. Гоблин все-таки убил. Так, ладно, идем дальше. Подожди, я тут был. А, магазин. Давайте прикупим что-нибудь. Сколько у меня денег? Давайте каску возьмем. 300 голды. А, что еще на 100 взять? 400, это все дорого. Это все дорого, мне навряд ли хватит. Так, ну пока что так. Отлично. Идем сюда, давайте наденем шлем. Возьмем аптечку, да? Я так понимаю. Там все пригодится. Идем дальше. Так, что-то он меня просит. Здорово, чувак. Я потом более подробно в эту игрушку поиграю. Это пока что первый след. А, ты мне не хочешь открывать, что ли? Самое главное, себя не зауронить. Странно. Странно, ребят, не открывает он мне. Хорошо, можно вернуться назад. Может, я что-то не сделал, какой-то квест не выполнил. Опять я здесь. О, легко, легко побеждаю. Кстати, им надо в голову стрелять. Тогда они вообще с первого раза мрут. Так. Отлично. А, вон как надо было сделать. Блин, бочка была взрывоопасна. Так, ладно. Блин, кто кинул на меня коробку? Я, кажется, понял. Она появляется и исчезает. Блин, вот она исчезла сейчас. Сейчас ждем. Вот она сейчас появится. И мы прыгаем вот так. Отлично. Теперь давайте вот этого. Да, вот. Нужно просто с силу натягивания лука определить, и все будет нормально. Сейчас мы легко запрыгнем сюда. Да, что ты будешь делать? Ну, вы поняли, да, когда она вот становится видимой, нужно прыгать. Так исчезает, как бы назад втягивается. Сейчас вытягивается, отлично. Замечательно вытягивается. Так, контрольная точка. А, вот, ништяки собрали. Давайте заберем это все. Все, теперь это у меня все есть. Давайте в слот вставим. Почему я это не могу, интересно? Так, ладно, может это в какой-нибудь слот оружия можно будет потом поставить. Так, по каске тебе. 500 голды у меня. О, тут тоже что-то интересное. Так, стоп, осторожно. Только вот этого гада надо убить. Отлично. Так, что у нас здесь? Что такое? Лук, 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 лук. Нет. Нам надо взять этот лук. Горящий лук. Так, отлично. Забираем горящий лук. Тут еще есть лук какой-то. Идем сюда. Это, наверное, получше будет лук. Дамаг 20. А ты сколько? Дамаг 10. Тебя можно как-то продать, что ли? Потом у торговца, наверное, продадим. Так, идем сюда. Идем к нашему торговцу. Так, и вот я хочу продать этот лук. Отлично. Отлично, ребят. Надеюсь, нас сейчас пустят, потому что мне уже надоело. Ну все, пускай, хары. Хары тебе выпендриваться. Странно, он меня не пускает. Есть другой способ. Там можно было назад идти. Так, идем назад. Вот, левел 2. Может, мы потом туда можем только попасть.
Только что надо по сюжетной линии идти. Отлично. Так, дурацкая коробка. А, замок, ключ нужен красный. Понятно. Ёлки-палки, испугался. Собираем монетки. Нам, по идее, надо вот на вербу попасть. Смотрите, куда она катится. Попасть-то не так уж просто. Так, забираем монетки. Я знаю, что мы сейчас делаем. Надо сделать мост. Вот. Все, хорошо. Так, а тут что надо сделать? По идее, надо на рычаг нажать. Все, мы расшатали, отлично. Слушай, а классная реальная игрушка. Я ее потом постараюсь полностью пройти. Все-таки это первый взгляд. Но мы уже будем получше играть. Просто на свой канал надо что-то выкладывать. Я пока что сейчас на семерке играю, на Windows 7. Потом перейду на десятку. Там просто небольшие у меня проблемки. Так, интересно, а что есть? Ой-ой-ой! Зря это сделал. Да, это моя была ошибка. Левел 3. Так, ну мы поняли. Все. Что нужно быть аккуратнее. Торговец какой-то. У него можно что-то купить или продать. Так, понятно. Хотя давайте, да, давайте купим что-нибудь. Почему бы нет? А, 1000 стоит, нифига себе. 2000. Хотя мне тут, в принципе, ничего не надо от него. Нифига себе, тут завала. Так, пробираемся, отлично. Да дурацкий скелет. Все, мы это сделали. И какая-то дверь тут есть. Ну куда ты бежишь? Он не автоматически почему-то бывает бегает. Так. Ух ты, два скелета. Замечательно. Давайте наверх поднимемся. Вот, отлично. Ну-ка, кыш. Фига себе, он промазал. Он промазал, ребят. Так, а... Нет, 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 давай, прыгай. Отлично. Обходим стороной. Ага, так, что у вас интересного есть? Нифига у вас нету. Легко проходим, следующий уровень, четвертый. Сейчас тут по-любому будет босс, да? Кнопочка. А, кнопка лифта. Рычаг. Нажмем. Тут и орки, и скелеты какие-то. Жутики просто. Красный ключ. Да блин, у меня нету красного ключа. Не знаю, где его взять. В принципе, тут уровни проходятся легко. Но если вы хотите всякие бонусы... Блин! Бомбы, ребят, откуда они? Они с первого раза убивают. Тут уже сложно. Попробуем перепрыгнуть. А что толку, что мы перепрыгнули? Нифига себе. Жестоко. Все сорвалось просто. Напрочь. Так, в другую сторону теперь давайте бежим. Ух ты, елки-палки, нифига себе. Тут уже куча-куча ловушек. Да, ё-моё. Как это пройти? Хорошо, давайте бежим наверх. Нифига себе у него урон, вы видели? Они своих же убивают. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо постоянно бегать. Еще попасть надо. Так, я это сделал. О, наконец-таки нагрудник у меня есть. Так, вот его-то надо мне и одеть. Отлично. А что в слоте? Вот это что такое? На 30 секунд. Мне мощи дают. Нам... Так, нам надо в правую сторону. Так, это что такое интересное? А, это ничего интересного. Идем дальше. Ага, ловушка. Хотели меня обмануть.
Тут офигеть, так много ловушек, смотрите. Почему-то он мне автоматически иногда бегает. Хорошо, что у нас контрольная точка. Как я теперь это пройду? Так, все, мы это сделали. Собираем монетку, идем дальше. А сюда можно попасть, чтобы зайти в магазин. Вот вы хотите что-нибудь прикупить? Возвращайтесь назад, идете сюда, и тут можно что-нибудь уже приобрести. Но я думаю, мне ничего не надо, мне пока что, в принципе, это все крутое, да. Ничего не будем покупать. Возвращаемся назад. Я же вас, интересно, не мог убить? Да блин. Сам себе косячу. Так, идем сюда. Монеточки. Золотые пригодятся нам. Вот этот сильный вот гад вообще. Так, одного сделали. Второго тоже. А, отлично. Ух ты, нифига себе. Тут реально очень много ловушек. Офигеть, куда я попал? Как теперь отсюда выбираться? Мне придется уже погибать. Окей. Больше не будем туда прыгать. Тут куча ловушек. Смотрите, что делается. Нереально пройти. Игра не такая уж простая, ребят. Блин, хотел подвинуть, не получилось. Лучше поверху бежать. Вот, отлично получилось. Допрыгнул. Да, ё-моё. Тут минуту не постоишь на месте. Надо постоянно двигаться. Иногда хочется побыстрее пройти. Так, но дальше будет сложнее. Поэтому есть смысл быстро не проходить, а искать золото, ништяки какие-нибудь. Это кто такие, бандиты? Хай! А! Это я в городе. Понятно. Что мне тут предлагают? Я так понимаю, ничего ценного, да? Вот это что такое? Давайте возьмем. У меня такого еще не было, по-моему. Так, идем вот сюда. А, вот сюда надевается, да? А, рукавицы, да? На рукавники. Можно два оружия таскать. А какое второе? Тут только лук один. Дамаг 20. Нифига себе, дамаг 50. Сколько стоит? 1080, 1500. Вот, тебя хочу взять. Дамаг 50. Так, возьмем, давайте сюда поставим. На Q можно менять, да? Так, ну это намного лучше. Смотрите, у меня дамаг 50, а это дамаг 20. Он мне, в принципе, нафиг. Можно будет продать его. Но с этим блоком бегать. Ну, давайте попробуем. Седьмой уровень. Да, что ты будешь делать? Смотрите, что... Так, как мне вот это пройти? Так, ну тут я перепрыгнул. Да, блин. Причем, если я очень сильно косячу. Потому что урон большой от лука. И нужно быть поаккуратнее с ним. Блин, это были ловушки. Боже мой, тут офигеть. Очень часто погибаешь. Тут очень много ловушек. Попали в меня. Да что ты будешь делать, я забыл про эту ловушку. Да блин. Тут очень-очень часто погибаешь. Офигеть. Да ё-моё. Надо избавиться от этой фигни, которая меня уронит. Моргенштейн, ну вот этот. Похож на Моргенштейн. На это только он на палке. А как на цепи, я не знаю, называется. Блин. Да ё-моё. Это реально, ребят, это нелегко. Так, тут прыгаем. Отлично. Сохраненка. Я потом пройду вам эту игру. Самое интересное. Так, что-то выпил. А, мне здоровье быстро прибавляется. А, хорошо, хорошо. И куда мне дальше-то идти? А, тут лифты работают. Понятно. Да ё-моё.
Не могу никак в него попасть. Он достал меня. Хорошо, что у меня здоровье пополняется. Так, нормально. Блин, красный ключ. Где мне взять этот красный... А, вот он, красный ключ. Наконец-таки у меня появился красный ключ. А, только один раз можно использовать его. Окей, зато мне что-то дали ценное. Так, я думаю, стоит поменять. Да, зачем я покупал? 4%, 2% хп, 5%. ХП 10. Оказывается, этот лучше у меня. Окей, не знал. Тогда оставляем тебя. Так, что-то взяли. Отлично. Нормально. Вагонетка, вагонетка. Ты как допрыгнул-то? Блин. Так, тут другой принцип. По идее. А, блин, оно все уже. Придется падать, что-то делать. Так, ну давайте я вам восьмой последний покажу. И на этом пока что закончим. Наш первый взгляд. Ух ты, крыса какая-то появилась. Фига себе. Что она со мной сделала? Офигеть. Так, с крысой мы и расправились. Постоянно надо бегать, иначе хана тебе будет. Давай, запрыгивай. Я не могу запрыгнуть. Да ну погибни уже. Ё-моё. Знаю, что бочка покатилась. Бочка не покатилась, теперь я не смогу сюда запрыгнуть. В принципе, может быть, если отсюда? Да, 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 все, все, я понял. Пишем дальше. Ух ты, нифига себе. Нифига себе, как что, это все сложно. А если вниз упадешь, что будет? Кажется, отсюда уже нельзя выбраться. Давайте попробуем вниз. Что интересно, там внизу. Какой-то рычаг. Придется тут поработать. Мы что-то взяли. Ух ты же, елки-палки. А, тут лифт, все, я понял. А что, он только один раз работает? А, все, спускается. Спустился. Теперь поднимается. Вон, ну как надо было сделать. Ух ты, завалило уже. Блин. Погиб. Ладно, ребятки, в общем, такая вот игрушка. В браузере обязательно ее найдете. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, и следующая серия уже будет интересней. Вот, я постараюсь получше сделать. Все-таки немножко проблемы с компьютером, и стараюсь, как могу, снимать. Фу, ладно, ребятки, увидимся, пока-пока.